Сначала что-то сказать или не говорить? Что? А, в этом зале сейчас присутствует человек, который снимал нам клип на песню, которую мы сейчас сыграем, да. Егор, привет! И, наверное, в этом зале есть люди, которые снимались в массовке этого клипа. Есть такие? Вот они, массовка клипа, вот они. И скоро свет увидит вас, да. И нас. Увидит песню, услышит песню и посмотрит красивый клип. А сейчас еще пока что не изданная песня. Вот такая. Название не скажу. В которой я работал, детей учил играть, да. Видите, какая она бедная? Она играла. Она сидит и улыбается. Улыбнись. Улыбнись. Да, вот такая немножечко грустная песня.
получилось. Ну, я надеюсь, что потом следующие песни, которые мы для вас напишем, они будут веселые, и вам не придется грустить. Ну, я думаю, грустные песни тоже нужны, чтобы был некий контраст. Поэтому следующая веселая песня.